этим надо заниматься, поэтому будем без отрыва. Ладно. От производства. Фазирование я не люблю. Поэтому сразу к делу. Если к делу, то, ребята, надо становиться настоящими мужчинами. А для этого нам предстоит пройти первый этап такого развития. Побороть себя, свой страх. И это можно вполне достичь, познав искусство пчеловода. Всем своим опытом. Опытом, наверное, с институтской поры, это 91 год, где я могу поделиться, рассказать все, показать. А там посмотрим, мужчина вы или нет. Ну и о том, какими должны быть мужчины с позицией ведической культуры, славянства, я могу тоже вам рассказать. Что значит быть хозяином в своем доме? Ну, это в первую очередь быть настоящим мужчиной. Быть тем стержнем, вокруг которого все нанизано и вокруг которого все держится. Если стержень вялый, то нет того основания, на котором он может стоять. Сами понимаете. А как пчеловодство может развивать вот эти качества? А пчеловодство всестороннее. Это и, можно сказать, знание о природе, обо всех взаимосвязях. Это и смелость, это и физическая сила. Например, ящичек, полный меда, весит около 60 килограмм. А его периодически надо перетаскивать с места на место. Поэтому, пожалуйста. Вот. Меня зовут Алексей. Всех мужчин приглашаю в однокультурный центр «Глассвет» для того, чтобы вы почувствовали себя настоящими мужчинами. Также парней, добрых молодцев, чудо-богатырей. Подробности будут под этим видео на сайте. Поэтому ждем вас на встрече на пасеке и заколкой дров. Скажем так.